14 век. Эпидемия чумы убивает треть населения Европы. Век 19. Пандемия холеры из Индии распространяется по всему миру. Жертвами становится более 100 тысяч человек. Начало 20 века. Грипп испанка уносит 100 миллионов жизней. Сегодня это уже история. Оспы нет, серьезных эпидемий холеры нет, дифтерии нет, того нет, всего нет. Основные причины инфекционной смертности, ну, если не уничтожены, но загнаны как-то так ниже плинтуса. Однако, по данным Всемирной организации здравоохранения, до сих пор инфекции занимают второе место в списке причин смертности даже в самых развитых странах. Только за последние 10 лет появилось несколько десятков новых смертельных инфекций. Свиной грипп, новые формы холеры и дизентерии, атипичная пневмония. Можно совершенно спокойно прийти в госпиталь, если там операция на гландах, и помереть потом от того, что у тебя стафилококк золотистый на тебе поселился. И никакой антибиотиков не берем. Но больше всего паники вызывает возможность появления супермикроба. Такого же заразного, как грипп, и такого же смертоносного, как лихорадка из сердца африканских джунглей. Каковы шансы на появление абсолютного убийцы? Где он может зародиться? В дикой природе или в человеческом теле? Чем это грозит человечеству? И, наконец, супермикроб. Что это? Реальная опасность или очередная научная страшилка? Представьте себе начало пандемии супермикроба. Достаточно всего одного зараженного, чтобы маленький убийца начал победоносное шествие по планете. В первое время носитель инфекции вряд ли догадается, насколько опасна болезнь. Легкое недомогание он спишет на обычную простуду. Этот человек может принести с собой супермикроб в заполненный покупателями торговый центр, на железнодорожный вокзал или терминал международного аэропорта. Это идеальное место для инфекции. Один приступ кашля во время регистрации, и мириады смертоносных частиц вырвутся на свободу со скоростью 80 км в час. Остальное люди сделают сами. Вместе с ними зараза улетит в Лондон, Нью-Йорк, Сидней, Сингапур. Всего за неделю мир будет повергнут в панику. Погибнут сотни миллионов. Если мы не знаем механизм, по которому развивается эпидемия, мы никогда не спрогнозируем эту эпидемию. Михаил Супотницкий считает, что человечество слишком мало знает о природе возникновения эпидемий. Мы никогда не будем к ней готовы. И все наши методы, все наши попытки с ней бороться будут неэффективными. Пандемия может начаться в любой точке земного шара. И поэтому ученые всего мира сегодня изучают механизмы, благодаря которым рождение супермикроба может стать реальностью. И любые случаи появления неизвестной болезни для медиков не только повод для беспокойства, но и материал для научного расследования. Пациент-мужчина. Его болезнь начиналась как легкая простуда. Но за насморком пришли высокая температура и набор других симптомов, который стал причиной появления скорой в поселке. Осмотр показывает, что инфекция добралась до легких. Но точный диагноз можно будет поставить только в больнице. Вслед за первым заразившимся туда поступают его соседи. У всех заболевших тяжелое состояние. Становится ясно, микроб, поселившийся в телах этих людей, очень опасен. Врачи предполагают, что это может быть мутировавшая форма известного возбудителя. Ведь именно мутация чаще всего является механизмом появления новой опасной инфекции. Грипп.
Заболевание с тысячелетней историей. И до сих пор каждый год миллионы заболевших, огромные экономические потери и тысячи смертельных исходов. Казалось бы, человечеству давно пора научиться бороться с гриппом. Но почему-то этого не происходит. Он выживает в человеческой популяции только потому, что он каждый год меняет свой генетический код. Геннадий Онищенко убежден, что человечеству рано говорить о победе над инфекциями. И поэтому вакцины предыдущие не так эффективны против этого вируса. Любой вирус – это, по сути, набор генов, заключенных в белковую оболочку. Рецепторы на поверхности вируса позволяют ему прилипать к клеткам нужного типа. Как только вирус попадает в клетку, он внедряется в ее геном и заставляет воспроизводить множество себе подобных частиц. Естественно, вот, возможно, какие-то сбои, ошибки при репродукции вируса. Людмила Цыбалова считает мутации самым вероятным механизмом появления новых опасных инфекций. Вполне реально, что несколько мутаций могут изменить основательно свойства и патогенность вируса. Но ждать атаки только со стороны вирусов-мутантов было бы фатальной ошибкой. Угроза может исходить и от бактерий. Эти примитивные существа, в отличие от вирусов, полноценные клетки. Умеют двигаться, находить дорогу к нужному органу. Бактерии тоже умеют меняться, захватывая из внешней среды фрагменты чужих генов. Горизонтальный перенос генов был замечен Гриффитсом еще в 1928 году, когда он прокипятил какие-то пневмококки патогенные и вылил эту водичку на непатогенные коки, и его непатогенные коки, они стали патогенными. Анна Лопатина считает мутации бактерий не менее опасными, чем мутации вирусов. Было такое первое открытие того, что между бактериями существует вот какой-то перенос информации. По нашей просьбе в одной из московских лабораторий согласились провести эксперимент. Кишечную палочку заставит усвоить ген, который позволяет медузам светиться в темноте. Для того, чтобы произошел перенос гена, перенос чужеродной ДНК внутрь бактерии, да, ДНК должна находиться где-то рядом с бактериями. Если опыт удастся, кишечные бактерии тоже научатся светиться. Чтобы манипуляция удалась, микробу нужно устроить хорошую встряску. Его сначала подмораживают, а затем сразу помещают в аналог финской сауны. Шок от резкой смены температур заставляет бациллу принять чужой ген. Под действием ультрафиолета бактерии светятся зеленым светом. Эксперимент сработал. В лаборатории опыт по горизонтальному переносу генов кажется невинной забавой. Но для человека эксперименты природы могут закончиться куда страшнее. Эпидемию дизентерии, охватившую Европу в мае 2009-го, микробиологи тоже считают результатом заимствования генов. Вот эта немецкая кишечная палка наверняка тоже что-нибудь подхватила. Константин Северинов считает, что именно мутации способны породить новые опасные инфекции. В большинстве случаев такого рода дополнительный генетический материал ничего хорошего бактерии не дает, она благополучно вымирает. Но в ряде случаев дает какое-то преимущество, и после этого какое-то количество немцев умирает. Итак, угроза мутации существует. Причем изменяться могут и новые инфекции, и уже известные микробы, и вирусы, и бактерии. Но, к счастью, как показывает практика, появление опасных для человека мутаций – большая редкость. В больницу поселка X продолжают поступать новые и новые заболевшие. Врачи пытаются определить тип инфекционного агента, но пока анализы не дают результатов. Тактика борьбы с неизвестным микробом, который угрожает жизни пациента, во всем мире одинакова. В таких случаях первым делом назначают антибиотики широкого спектра действия. Но мощные препараты, с помощью которых человек победил множество опасных микробов, на этот раз оказываются бессильными. Неужели бактерии обладают феноменальной устойчивостью? Ведь развитие у микробов невосприимчивости к лекарственным препаратам – это еще один из возможных механизмов появления супермикроба. День
Детские болезни фактически исчезли. Взяты под контроль и другие заболевания. Великая белая чума, туберкулез, который всего 10 лет назад не поддавался лечению, был постепенно ликвидирован. Стрептомицин указал нам путь. Так говорил на Нобелевском банкете в 1952 году лауреат премии по физиологии и медицине Зельман Ваксман, открывший первый антибиотик против туберкулеза. Получение стрептомицина было революцией в 1953. Люди с тяжелыми формами в 50-е годы выздоравливали под действием одного стрептомицина. Виталий Литвинов считает микобактерию туберкулеза кандидатом номер один на звание супермикроба. А сейчас, конечно, стрептомицином никого не вылечишь. Применяется комплекс препаратов. И чем дальше, тем меньше у нас остается этих препаратов. Как же случилось, что болезнь, о победе над которой с помпой объявили еще в середине 20 века, вновь собирает богатый урожай человеческих жизней? Ученые винят в случившемся лекарственную распущенность. Если антибиотик назначается и курс не выдерживается, человек поприменял 2-3 дня, легче стал, он бросил, а надо, допустим, было 6 или 7 дней применять. В результате этого микроб приспосабливается, возникают антибиотикоустойчивые штаммы, которые не лечатся, и нужно изобретать новые поколения антибиотиков. В Московском научно-практическом центре борьбы с туберкулезом собраны сотни образцов, устойчивых к лекарствам форм туберкулеза. Зеленоватые колонии клеток смотрятся вполне безобидно. Но стоит уронить пробирку, и по комнате распространится взвесь бактерий, которые не берут самые сильные антибиотики. И такая опасность исходит не только от туберкулеза. Можно совершенно спокойно прийти в госпиталь, если там операция на гландах, и помереть потом от того, что у тебя стафилококк золотистый на тебе поселился. И никакой антибиотик его не берет. Специалисты Всемирной организации здравоохранения уже сегодня говорят о наступлении постантибиотиковой эры. Такие мелочи, как стрептококковое воспаление горла или царапина на коленке ребенка, будут снова приводить к смерти. Но в арсенале врачей сегодня есть и другие способы борьбы с бактериями, невосприимчивыми к антибиотикам. Средство от туберкулеза Зельман Ваксман нашел в земле. А биологи 21 века отправились за противоядием в канализацию. Сточные воды – идеальное место для бактерий. Здесь много еды и прекрасные условия для размножения простейших. Здесь же микробов поджидают их вечные враги – бактериофаги. Это обычные вирусы, только атаковать они предпочитают не человеческие клетки, а бактерий. Уфимские биологи смогли подобрать бактериофаги против 4000 штаммов микробов. Получается, что даже с лекарственной устойчивостью микробов можно бороться. Но что делать, если супермикробом окажется не бактерия, а вирус? Против них почти нет эффективных лекарств. При этом среди людей распространяются все новые и новые вирусы из дикой природы. Третьи сутки эпидемии – первая жертва неизвестного микроба. Врачи продолжают борьбу с опасным врагом. Тем временем в отделении поступают новые заболевшие. Становится ясно – это уже эпидемия. И нужно срочно найти источник заражения. Возникает предположение, что им может быть больное животное. Ведь именно так появились самые страшные заболевания последних лет. Группа эпидемиологов отправляется в окрестный лес на поиски животных, которые могли передать болезнь человеку. В 1997 год. Гонконг. Трехлетний мальчик умирает от неизвестной болезни. Смерть наступила раньше, чем успели поставить диагноз. Пугающую головоломку взялись решить лучшие вирусологи мира. Когда ответ был найден, стало ясно. Мир стоит на пороге новой пандемии.
Вирус из крови ребенка сравнили со штаммом H5N1, который в том же году убил тысячи кур на фермах в окрестностях Гонконга. Образцы оказались идентичны. Это означало, что птичий грипп научился заражать людей. Так выглядит вирус H5N1, увеличенный в 2 миллиона раз. Вся его поверхность усеяна шипами гемагглютинина. Это белковые молекулы, которые помогают вирусу проникнуть в клетку. Вирусы обычного гриппа хорошо знакомы нашему организму, поэтому иммунная система легко распознает их гемагглютининовые шипы, а затем блокирует. Но с вирусом H5N1 люди раньше не сталкивались. Он без противодействия со стороны иммунитета внедряется в клетку и превращает ее в конвейер по сборке тысяч новых вирусов, которые, в свою очередь, атакуют другие клетки. Поражается эндотелий сосудов, и, соответственно, поражается и мозг, и почки, печень, то есть все внутренние органы как бы поражаются. Этот вид гриппа убивает 60% заболевших. От пандемии, которая может унести миллиарды жизней, человечество спасает лишь одно. H5N1 пока передается людям только от зараженной птицы. Но что будет, если новый смертоносный микроб преодолеет межвидовой барьер? Еще один вирус, вырвавшийся из организмов диких шимпанзе и научившийся убивать людей – вирус иммунодефицита человека. Сегодня он поразил все континенты. Заражены больше 40 миллионов человек. Но 60-е годы пришлась сексуальная революция. Кроме этого, начался очень интенсивный обмен людьми между странами и континентами. Вадим Покровский считает ВИЧ главной угрозой для человечества. При этом тоже могли происходить и определенные изменения самого вируса, которые как раз вот привели к появлению нынешней формы возбудителя. Вирус иммунодефицита, в отличие от птичьего гриппа, нельзя остановить стандартными противоэпидемиологическими методами. Он долгое время не вызывает никаких симптомов. ВИЧ не встречает сопротивления со стороны иммунной системы и воспроизводится именно в тех клетках, которые созданы для того, чтобы уничтожать вирусы, попавшие в организм. Поиски вакцины от ВИЧ идут уже несколько десятилетий. Сейчас разрабатываются методы генной терапии. То есть это методы, которые ищут пути добраться до вируса, который сейчас спрятан в геноме человека, в ДНК человека. И очень много разных методов. Некоторые уже на пациентах, на людях испытываются. И все же эффективной вакцины от ВИЧ до сих пор нет. Станет ли ВИЧ одним из тех всадников апокалипсиса, которые способны покончить с человеческой цивилизацией? С другой стороны, некоторые вирусологи утверждают, что ВИЧ рано или поздно перестанет вызывать столь губительные последствия. Ведь, уничтожив человечество, он лишится возможности размножаться. Но пока это только гипотеза. А угроза появления супермикроба из организма животных реальна. Эпидемиологи метр за метром изучают окрестности поселка, в котором возникла эпидемия. В лесу ученые замечают небывалую активность грызунов, переносчиков многих смертельно опасных болезней прошлого. Возможно, одна из этих инфекций вернулась, и ее не сразу распознали врачи. Пойманных животных нужно доставить в лабораторию, и как можно скорее. В 20 веке Всемирная организация здравоохранения объявила о победе над оспой. Справиться с болезнью, убившей 300 миллионов человек за последние столетия, помогла массовая вакцинация населения. Но уже 2 с лишним десятилетия против оспы не делают прививок. И если она вернется, миру грозит новая пандемия. На планете живет вакцинозависимая популяция. То есть, если сейчас прекратить делать прививки, а это искусственное вмешательство в эпидемический процесс, в взаимоотношения человека и природы, то это приведет к тому, что эти инфекции вновь вернутся.
Но ученые учли такой вариант. Если ОСПА снова нанесет удар, изготовить вакцину от нее можно будет на основе образцов, которые сейчас хранятся в США и России. Но что, если виновником эпидемии станет супермикроб, о смертоносных свойствах которого ученые пока не догадываются? Медикам узнать виновника эпидемии в поселке Икс. Ученые тщательно изучают их ткани и органы. Параллельно группа эпидемиологов берет пробы в домах заболевших. Ведь иногда даже вполне безобидные микроорганизмы превращаются в угрозу с летальным исходом. Сегодня на Земле почти не осталось мест, где не ступала бы нога человека. Открывая неизведанные континенты, прорубаясь в глубины джунглей, люди находили не только полезные ископаемые, но и болезни. Зачем ждать какого-то супервируса, когда неизвестно, что нам даст следующее наше изобретение? Вот изобрели мы кондиционер, и, казалось бы, банальный вирус, который всю, банальная бактерия, которая всегда была в Земле, легионелла. Она приобрела свойства, потому что она нашла себя вот в этом влажном, теплом климате градирни, который есть в любом современном гостиничном комплексе эконом-класс. О том, что безобидная легионелла может сеять смерть, впервые стало известно в 1976 году, после съезда американского легиона. Эта организация объединяет ветеранов США. После июльского съезда легионеры, пережившие не один военный конфликт, один за другим стали гибнуть от воспаления легких. Бичом легионеров стал микроб, с которым человек раньше почти не контактировал. Безвредный спутник сине-зеленых водорослей и амеб попал в систему вентиляции. Кондиционеры распыляли легионеллу по всей гостинице. И, оказавшись в новой среде человеческих легких, бактерия вызвала тяжелейшее осложнение. Еще одно изобретение человека – холодильники – облюбовала родственница чумы – палочка Yersinia enterocolitica. Если, скажем, на овощной базе в холодильнике проникают крысы, которые являются хозяевами этого возбудителя, они могут загрязнить, ну, допустим, капусту какую-нибудь, которая там хранит. И если эти продукты они не тщательно не промыты, то может произойти заражение этим весьма неприятным возбудителем. Тем не менее, ученые, которые исследуют техногенные болезни, не склонны расценивать их как глобальную угрозу. Предотвратить иерсиниоз и легионеллез можно с помощью банальной дезинфекции. Но кто знает, какие еще достижения науки по воле случая могут стать причиной опасных болезней. Опасный враг пойман. Исследования мышей и анализов больных выявили, что виновником эпидемии стал редкий вирус, который передается человеку от животных. Вовремя введенная сыворотка спасла десятки жизней. Но что, если это была бы новая для человека инфекция? Сколько еще неизвестных возбудителей болезней таится в глубинах океана, вечной мерзлоте или африканских джунглях? Известно лишь 5% вирусов и микробов, которые есть на планете. Только 5%. Представляете, какую узкую полосочку из того многообразного, таящего в себе неизведанное для нас, еще предстоит изучить науке. Итак, мы рассмотрели 5 возможных механизмов появления супермикроба-убийцы. Мутация, устойчивость к лекарствам, передача от животных к человеку, возвращение старых инфекций, болезни научно-технического прогресса. Каждый из них может стать механизмом рождения супермикроба-убийцы, способного погубить человечество. И все же за последние тысячелетия этого так и не произошло.
Может, предостережение о возможных пандемиях лишь эксплуатирует наш страх перед неизвестным? Смертоносные вирусы вроде лихорадки Эбола заперты глубоко в джунглях. Хорошо изученные болезни медицина 21 века в состоянии держать под контролем. Многие в прошлом опасные инфекции вроде холеры сегодня уже не вызывают губительных эпидемий. Каждый из нас – потомок победителей чумы и оспы. Уже одним фактом своего существования люди доказали, что имеют право на жизнь в одном мире с мириадами смертоносных вирусов и бацилл. Но битва человека с микробом далека от завершения. Самые громкие сражения еще впереди.